Крутость усилителя для наушников Beyerdynamic A20 заключается не только в немецкой ручной сборке, а в мощности. Он раскачает наушники от 32 до 250, не тут-то было, 600 Ом. Поэтому я с ними в паре и тестировал мечту каждого аудиофила, премиальный из премиальных Beyerdynamic T1 второго поколения. По природе наушники штука индивидуальная, в чем-то даже эгоистичная. Музыка моя и только моя. Но немцы установили в A20 два выхода для наушников. Теперь можно устраивать командное прослушивание музыки. Усилителю high-end класса пару нужно подбирать соответствующую. Профессиональные или аудиофильские уши импедансом 250 Ом будут в самый раз. Производитель рекомендует свои T70 и T90, обзор на которые вы можете посмотреть, перейдя по ссылке. Новинка Beyerdynamic A20 впитал в себя лучшие качества своего предшественника Beyerdynamic A1. При этом стоит в два раза меньше. Благодаря компактным размерам для него найдется место на любом компьютерном столе. На стойке на фоне ресиверов, CD-дек и стационарных усилителей A20 выглядит малышом. При этом блок питания спрятан в корпус. О дизайне спорить не вижу смысла, он лаконичен, сами все видите. Алюминиевый каркас, матовая крышка из противоударного пластика выглядят как одна монолитная конструкция. Ход регулировки в меру плавный, промахиваться мимо нужного уровня не будете. На задней панели аналоговые выходы и входы. Аудиокабель в комплекте не идет. Народная мудрость гласит, что от кабеля зависит качество передачи сигнала. Чем он дороже, тем звучание интересней. Пишите в комментариях под этим видео свои наблюдения, миф это или реальность. Специально для теста и обзора усилителя я заказал 1,5-метровый кабель ProLink за 99 гривен. Не самый дешевый, но и не самый дорогой. Не ручаюсь в реальности его позолоты, но в качестве звука он меня полностью устроил. Альбомы, которые у меня никогда не числились в избранных, слушая через A20 в паре с high-end наушниками, звучат необъяснимо живо. Сам усилитель не переборчив в стилях. Ему что классика, что инди-поп. Главное скрупулезно подойти к выбору самой музыки. Он не приукрашает, не замыливает, а раскрывает потенциал музыки со всех сторон. Я 100-500 раз слушал альбом Torch из группы Foster the People на разном железе. В этот раз услышал его с небывалой свежестью. Как я уже и говорил, к хорошему привыкаешь быстро. За 10 дней теста мой слух настолько притерся к этой связке, что расставание будет трудным. Тем не менее, не забываем подписываться на канал, ставить лайк. С вами был тот самый магазин FUA. Всем мир!